И всем советам привет, с вами Сова, и сегодня мы продолжаем играть в Rust. Да, ребята, в Rust продолжаем играть. Так, давайте для начала, я не знаю, что нам сделать, да, я случайно скрасил нам охотничий лук, когда он нам вообще в данный момент не нужен, потому что у меня все для него есть. Я думаю, что мы для начала сделаем. Так, я думаю, вот так вот мы сейчас сделаем, да, то есть поставим переплавляться МВК. Так, 1500, и также сюда засунем, чтобы быстро это все переплавилось. На самом деле мы сейчас сделаем, я думаю, вот этот помповый. Так, а есть что-нибудь тут еще прикольное у меня из пушек? Нет, ничего нету. Давайте помп один сделаем, да, скрафтим. Ну, то есть вот это мы можем выкинуть, это в данный момент нам ничем не принадлежит, не поможет, то есть нам, ага. Чтобы нам сделать, нам нужно переплавить, давай, серу, ребята, давайте сейчас по-быстрому, очень быстро будем переплавлять серу. Каким образом, я не знаю. Так, тут 80, так, можно, в принципе, уже сюда засовывать. Уходи. Уже сера тем временем у нас выпадает. Так, давайте вот сюда засунем. Так, так. Собираем. И вот так вот сделаем. Я думаю, сейчас мы очень быстро сделаем себе порох. Сделаем все патроны для помпа. И все будет чики-пуки. Так, один. То есть 10. Сколько у нас патрон тут хватит? 4 патрона, еще примерно таких же 2 нужно будет убрать. Так, вот 2. И будет достаточно. Вот. Буквально думаю, это достаточно. Так. Ну пофигу, пускай переплавляется. Возле нас, кстати, разбивают вертолет, как мы слышим, да? Давайте звуки прибавим. Так, звуки. Звуки прибавляем. Давайте немного все контрастно сделаем картиночки. Во, более-менее, да, я так думаю. Ну, в принципе, вот этот можно убрать. О, все супер, зашибись. Так. Теперь это все выложим, то, что нам не нужно, это выкинуть можно, это тоже можно положить. Это так, так, так. Что у нас не стакуется? Это жир. У нас не хватает жира, так. Нет, наоборот, хватает, много у нас. Давайте его положим серо сюда, патроны сюда. Это перезарядим, не сделали себе только бинты. Давайте сделаем себе буквально 20 штучек. То есть один стак. Так, сделаем. Вот так вот. Все супер. Выкладываем. Погнали, ребята. В конце видео, я так думаю, сделаем мы. Так, я что-то не хочу туда идти, потому что там, возможно, стреляются прямо очень жесткие парни. Давайте так, что пойдем наоборот, другую прям сторону, ребят. Так. На самом деле, я домик не улучшал. Ой, жопа. Парни, вот он, вертолет. Быстро лутаем, уходим прямо сразу. Его почти, кстати, подбили. Так, давайте соберем мусорки. Что тут есть? Ух ты, геологический заряд я собрал, нифига себе. Так, тут пусто. Значит, что-то тут пробегает частенько. Так, берем ресурсы важные и уходим. Кстати, вот этого домика давно не было. Ну, то есть его тут не было вообще. Давайте. Ёпта, на наших глазах сбили вертолет. Офигеть, парни. Давайте туда тихонько подойдем. Вот прям тихонько. И вот этого домика не было, этих двух домов не было, ребята. Так что мы знаем, что мы будем делать. Чуть-чуть позже. На этом сервере. Так, тут мне ничего не выпало, даже. Да, здесь мне ничего не выпало. Я нифига не вижу. Так, это берем. Что тут есть? Погнали, туда сходим. Опа, вот. Мне нужен эффект выключить. Вон, видим, короче, как на скале двое парней. Так, где эффект свечения? Во. Серьезно, парни, я думаю, лучше валить отсюда. Я не пойду лучше на самолет, потому что это очень опасно. Прям очень, ребята, опасно. Кстати, тут был дом, его теперь нету.
Я не знаю, куда он делся. А, его ремовнули, взорвали. Ну, понятно все, короче. Так, на прошлом стриме мы, короче, не добежали буквально до тарелок. Теперь мы побежим до тарелок и проверим, что там, да как. Так, мы скрафтили буквально говно патроны. Думаю, то, что нас никто не тронет. Именно в том плане то, что какие-то залутанные бичи нас с первого раза не убьют. Так, для начала, я думаю, мы просто будем бежать по дороге и что-либо залутаем. Ну, то есть, бочки будем бежать, лутать, потому что нам нужно изучить сишку, ракетницу и ракеты. Так, на самом деле, мы сейчас подобрали арбалет. Это не очень плохо. Это поможет нам стрелять. Это поможет нам в стрельбе, то есть это довольно будет хорошо. Кстати, ребята, после этого выхода буквально 9 часов по московскому времени, либо в 10 будет стрим по контре CSGO, как мы подписчики и просили. Так, видим вот этот домик, который мы в прошлый раз закончили наш стрим, когда меня убили. Так, вроде признаков жизненности я там не вижу. Из-за чего, кстати, мы не дошли до тарелок. Из-за того, что тут живут люди какие-то и меня хотели убить. То есть не хотели, они взяли меня и убили. На самом деле, ребята, так что сейчас бежим на тарелки, насрать на всех людей. Будем всех мочить. У меня хороший FPS, не так, как был на стриме. Так что, ребята, все будет супер идеально. Бежим. И не останавливаемся, ребят, да, я подготовил немного речь, ну, как сами замечаете, то, что, ну, как, не подготовлено, а просто напоставлено немного, я немного разговорился, так что все супер будет. Так, видим впереди камешек, но я не хочу лутать его, потому что это будет занимать время. Будем лутать, когда будет без записи все. Так, мы скоро, почти подошли к нашим тарелкам, ну, только немного скосили с нашего направления. Так, сзади никого не видно. Вроде бы хорошо, 39 человек на серваке, это очень опасно для меня, для лутающего человека, так что, ребята, заходите на сервер, давайте вместе подбиваем ресурсов, позорваем кого-то, вы попадете на сервер, у нас на сервер, на, ребята, на видос, и я думаю, просто получите удовольствие от того, что мы просто будем с вами играть. Так, видим впереди домик, ну, то есть, вон там он домик, находится на тарелках, ну... Даже не знаю, что могу насчет этого повода сказать. Вроде звуков тут никаких я не слышу. Так, здесь ничего нету, внутри ничего нету. 17 чертежей. В принципе, ничего здесь лутать мы не будем, потому что... Ну, именно вот тут нечего лутать. На самом деле... Ой, что-то... Очень шумно. Что у нас тут? Опа, коробочка, это хорошо. Так, поднимаемся наверх. Что у нас тут? Это хрень какая-то. Выкидываем и убиваем. Чтобы мы в следующий раз пришли, нам тут вспомнился лут. Так, осматриваемся, потому что 39-38 человек уже. Ну, в принципе, один человек ушел, но все-таки 40 человек онлайн, округляем. Это уже небезопасно, потому что на жопу приключения можно найти свободно. Так, изучение кровати. Нифига, теперь мы должны изучать кровать. Первый раз такое вижу. На самом деле... Так, возле тарелки я вижу много дымов. Лежащее. Так, ведро опять изучение, яблоко съедаем. Я заметил такую фичу, ребята. То, что... Смотрите, да? У нас теперь еда не по 1000, как было раньше, а по 500. Это плохо, я так думаю. Ну, и, кстати, очень быстро еда кончается. Теперь нужно намного больше жрачки с собой иметь. Ну, в принципе, раз то совершенствует, это к лучшему. Так, так, мы чертежи, как я и говорил, будем собирать, чтобы на библиотеку, соберем библиотеку, а тем временем, пока мы будем собирать библиотеку, мы будем выбивать чертежи из бомжей. Но этих бомжей я нифига не вижу. И бомжей уже на данном сервере уже нет. Так, ребята, кстати, ведро, нужно будет его протестить, нужно будет поблизости хотя бы найти какое-нибудь озеро. Ну, в принципе, не очень далеко, но мы побежим после того, как облутаем... На тарелке. Так, ушки, что мы здесь видим? Да практически все то же самое. Бочки, бочки, бочки. Так, изучение капкана. Так, вроде я тут видел... Что-то выпало, так давайте... Он нам не нужен. Нет, тут ничего, да, я... мне показалось. Радиус... Спавня... Вещей интересен. Потому что...
Когда дальше может заспавнить, вот, например, бочку. Когда-то близко, прям очень. У меня был один раз баг, он прям на самой тарелке зараспавнилась бочка, я еле достал, мне оттуда выпала очень офигенная вещь. Этот выпал мне оттуда изучение С4. Да, ребята, представляете, такое бывает именно из этих. Из бочек. Напишите, кому выпадало именно изучение сишек из вот этих вот бочек. Так. Тем самым, ни хрена никого нет на тарелках. Как так-то? Живность должна же быть. Хоть каким-то магическим образом. Так, давайте тарелку саму залутаем, а то чё? Мы все прошли практически вокруг и не залутали саму тарелку. Еще одну. Вдобавок, так. Куда бы нам дальше бы пойти? Вот это было бы интересно. Так, нам ничего не нужно. Кстати, мне интересно, из чего ведро вообще у нас крафтится? Ну, я не смотрел. Ремонту не требуется ремонт. Хорошо. Давайте посмотрим, где у нас находится ведро. Из чего оно крафтится. Так, нужно вот этот металлический ну, короче, вот эту хрень нужно скрафтить. 25 ткани и 100 фрагментов металла. В принципе, хорошо. Ребята, гляньте, что они творят. Так, вон там люди вроде. Нет там никого, идем дальше лутаться. Все, мне кажется, мерещится. Но потом сзади меня, как всегда, попадется какой-нибудь человек и возьмет и убьет меня. Это будет достаточно печально, потому что у меня 100 фрагментов чертежа, и их просрать не хочется. Так. Дальше рубаем. Так, тут никого. Внутри. Так, рубашка. Уже на самом деле больше чертежей, 150. Изучение не надо. Так, бежим. Так, ташеньки. Ну, какой-нибудь бичара будет к нам подходить? Нет. Так, тут ничего нету. Где хоть какой-нибудь бич? Давайте сходим к тому домику, посмотрим, что это там такое. Оп, вот бочка, как я, в принципе, о том и говорил. Нет, давайте сначала залутаемся до конца и прям уже к этому домику. Ух ты, он без крыши наверху, видите? Медицинский шприц, нам повезло. Так, смотрите, давайте. Крыши наверху нет, в принципе, подсадочкой, подстроечкой даже можно туда залезть. Туда сейчас опасно идти. Очень даже опасно, потому что я с ресами. Был бы без резов, вообще бы не шел бы туда. Ну, то есть, наоборот, прошел бы туда беспокойно. Так, сразу видим то, что здесь блок. Блок идет. Дом только строится. Так, что ж тут такое-то плохого, это вы мне объясните. Я скажу, что это дом ловушка. Больше меня здесь ничего не задержит. Так что валим. Валим обратно на тарелку. На тарелке, то есть, и заберем до конца весь лут и уходим отсюда. Идем уже. Уходим на хом. И оттуда уже бежим куда-либо. Так, опять нам не выпал нифига с этих бочек. С этой бочки, то есть. Пончо. Вот это, в принципе, сойдет. Блин, я взял футболку, кстати, выкинул. Нужно было ее одеть. Я забыл то, что я в топ. Не в топ броне. Ой, что-то подлагало, прям реально. Так можно не подбирать. Ух ты, изучение мины. Это, в принципе, нам поможет. Когда какой-нибудь бич будет бежать. Мы поставим мину, он взорвется. Будет, это будет бугага. Так, на самом деле тут ничего, что-то я не вижу. Так, что у нас тут? Фрагмент чертежа уже 200. Нужно еще 1100 фрагмент чертежа, и мы получим себе библиотеку. На самом деле не очень так-то много, в принципе, осталось, но время это займет. Так, вроде там уже даже заспавнился лут на самих тарелках. Геологический заряд еще один выпал.
Но нам сейчас не нужен, потому что у нас нету карьера. Так. Выпала очень хорошая вещь. Чертежи. 241 чертеж у нас. Так, вроде тут и видел. Ага, вот-то. Мусорка. Мусорка, мусорка. Два яблочка. Сейчас сразу скушаем. Так, о, вот. Еще 50 чертежей. Не зря я проверил. А то кому-то 50 чертежей бы досталось бы, да и все, халявных. Так, бежим вот сюда, вот в эту сторону. Реально, ребята, тут, походу, вообще никто не лутает. Банка фасоли, что-то не то. Что-то вообще прям не то выпало. Так, вот. Пустая баночка мне не нужна. Пуля 12 калибра. Изучить нужно будет ее сейчас. Сейчас пойдем прям сразу буквально на лоу коэффициентах изучим. Мне потому что жалко тратить на нее фрагмент чертежа. Пофигу то, что я изучу. Мне нужно изучить тогда хотя бы пушку какую-нибудь для этого дела, а не просто так вот это. Ну, то есть изучил и с помпом не очень так-то бегать. Каждый раз перезаряжаться после одного удара. Так, изучение геологического заряда нам очень сильно повезло. Так, давайте проверим тут. Может, еще что-нибудь осталось. Да вроде ничего. Так. Бежим вот сюда, вот к этой бочке. Так, вот так вот. Ломаем. Скоростная стрела, изучение. Повезло. Жрачки у нас не очень много. Фу, я понял, там слева человек от нас бегает. Так, ушки-такушки. Бежим прямо, и какой-то из этих двух тарелок моя, где стоит стол изучения. Мы возьмем, просто туда поставим нашу пулечку. Все будет четенько. Но я надеюсь, хотя бы какого-нибудь бича тут встречу, потому что нужен какой-то бич, но... Ну, серьезно, нужен. Давайте посмотрим, что тут у нас. Нет, не то. Я вроде нашел. А нет, это не бич. Жалко. Серьезно, жалко, жалко. Так, давайте лоу коэффициент. Заходи 30%. И посмотрим, что тут у нас. Что? Давайте вот эту хрень тоже изучим. Этого нужно выкинуть. Чё, он тут вообще забыло? Я даже не знаю. Так, тем временем нужно выпить всю воду. Она просто будет занимать место. Так, баррикада даже сломалась. Я офигею, парни. Так. Что бы нам теперь поделать? Что поделать? Так, выкидываем, выкидываем. И изучаем арбалет. У нас арбалет вроде как бы не изучен, да? Так, давайте... Ага, полуавтоматическая винтовка у нас изучена. 450 фрагментов чертежа нужно всего лишь. Понятно, выкидываем. И уходим... Я думаю, на хом, потому что здесь мы больше уже никого не увидим. Все спрятались, все сидят в своих норках, и никто не хочет вылазить, чтобы я кого-то даже поубивал. Ладно, ребята, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. Всем удачи и всем пока. Нет, не пока, ребята. Вы слышали это? Попал? Попал. Убегает. Где парень? Так, ребят, перезаряжаем арбалет. Где этот бич? Где эта обоссанная тварь? Такое чувство, их несколько там.
Хэдшот дал. Он должен был сложиться, парни, 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 давайте, давайте его сейчас убьем. Вот парень лох. Парень, да ты лох. Зря ты перебинтовываешься, я тебя сейчас все равно убью. В смысле? Меня начинает это бесить. Мне кажется, здесь еще один есть парень, так что перезаряжаемся, уходим отсюда. Парень почти попал. Где ж ты, обоссанная тварь? Я не закончу серию, пока ты либо меня убьешь, не убьешь, либо я тебя не убью. Да, парень живучий, кстати. Вообще ни разу не попадает парень. Меня это начинает бесить, парни. Он меня ведет к своему дому, походу. Сейчас посмотрим, где его дом. Благо, у меня очень много еды. Да вы серьезно, как я так не могу попасть-то по нему? Попал. Не попал. Не попал. Попал. Так, бежим за ним, короче, не останавливаемся. Он меня начинает бесить. В смысле? Что это за бред, парни? Ну, короче, получилась у нас как-то такая серия, ребята, меня убили. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх. Всем удачи и всем пока.